Доброго вечора, шановні добродії! Ми щиро раді вітати вас сьогодні у нашому залі на вечорі інструментальної музики. І я з приємністю представляю вам виконавців нашого сьогоднішнього концерту. Ваг Папян, фортепіано, Ізраїль. Соліст Національного будинку органної та камерної музики України, заслужений артист України Андрій Ільків, труба. Та оркестр ансамблю класичної музики імені Бориса Лятошинського Національного будинку органної та камерної музики України. Художній керівник, народна артистка України, кавалер ордена княгині Ольги Валентина Іконник Захарченко. Диригент Ваг Папян. Концерт проводиться за підтримки компанії «Джаз Клуб», офіційного представника корпорації «Ямаха» в Україні.
Ничего не решал. Я решал, когда я занимался дирижированием. Это было мое осознанное решение, может быть, даже немножко против течения я шел, потому что у меня все складывалось неплохо. Я начал карьеру как пианист и был достаточно занят. Но я был молод, мне что-то такое хотелось. В какой-то момент я понял, чего, и стал учиться дирижированию очень основательно, как все. Поехал, поступил на первый курс, никаких совмещений, ничего себе не позволял.
Я не могу сказать, что моя жизнь – это такой гладкий путь. Чего только не было. И критика была, и депрессия от того, что не умеешь. Я даже своим студентам очень часто говорю, в качестве психологической поддержки, что депрессия два раза в неделю для музыкантов нормально, понедельник, четверг. Пока ты сообразишь, что ты можешь, и научишься что-то делать ценное, ну, постоянное, постоянно ценное. С другой стороны, ты каждый день начинаешь с нуля. Нету такого, что вот все, мы уже все сделали, теперь мы можем то же самое делать, и все будет хорошо. Это не так. Ты каждый день подвергаешь себя ревизии, и себя, и людей, с которыми ты работаешь. И если что-нибудь идет не так, никто не вспоминает какие-то прежние заслуги. Так что надо доказывать каждый день. Когда мы были молодыми, даже юными, можно сказать, мы иногда с друзьями могли фантазировать, какой мир будет, вот скажем, в 2012 году, когда это было так далеко, да, казалось. И мы представляли все, что угодно, кроме того, что произошло. Мы представляли внешне какую-то невероятную урбанизацию. Мы представляли какие-то футуристические формы внешней жизни и даже человеческого обличия. Очень много всего осталось то же самое, а с другой стороны, мы совершенно не могли, например, себе представить, что случится с цифровыми технологиями и куда это все приведет. Это было для меня это самый большой сюрприз, который мир мне преподнес сообразно моим фантазиям. Что произойдет
с нами, как с людьми, как человеком, как с людьми мыслящими, чувствующими. Не знаю, есть прогнозы, которые меня, например, пугают. Говорят, что к 50-му году человек будет цифровые технологии внедрять в себя. Даже вживление чипов и все. Мне это сегодня кажется невероятным. Но я не думаю, что я к 50-му году это увижу. Хотя было бы интересно посмотреть. Куда он пойдет, не знаю. Знаю, что в человеческие взаимоотношения все больше и больше вмешивается профессиональность. Это касается всех областей, в том числе и наших. Казалось бы, мы занимаемся чистым искусством, но взаимоотношения людей в искусстве, взаимоотношения организаций концертных жизни все больше и больше специализируются. Иногда это не нравится, но с другой стороны, это общий тренд, который ты должен воспринять и действовать в рамках общего течения. А что будет с восприятием человеческим? Надеюсь, что все будет хорошо. Может быть, ударения сместятся. Но надеюсь, что человек трансформируется в другого человека. Осмысление эмоций, осмысление себя как личности, тема, которая всех волнует, она ведь 5000 лет волнует. Все равно люди будут любить, все равно люди будут плакать, все равно люди будут страдать от чего-то и радоваться чему-то. Эти категории, наверное, останутся. Может быть, из-за чего-то другого будут страдать и радоваться. Может быть, иначе любить будут. Но будут. А мы этим, собственно, занимаемся. Починаємо друге відділення концерту. Людвіг ван Бетховен. Симфонія номер 7 ля мажор. Опус 92 у 4 частинах. Покко состенуто віваче, алегретто, престо та алегро кон бріо. Диригує Ваг Папян.
Thank you.
Молодежь сегодняшняя, она же не хуже, чем вчерашняя. Вот я общаюсь с молодежью, вот я преподаю в двух высших учебных заведениях, много общаюсь в разных городах и мира, и странах разных. Они нормальные ребята, очень достойные, открытые. Да, есть сегодня явления, которые они не очень понимают, к чему отнести. Вот хорошо, если это Леди Гага или поп-музыка. Здесь все понятно, это поп-музыка. А когда это живопись? Когда это изи-гоинг или перформанс в живописи? Вот как человек? Он думает, что это и есть искусство. Наверное, уберечь молодого человека, и не только молодого человека, любого человека, может как бы небольшое системное знание, что к чему относится. Это вот это. А вот это, вот это, вот это популярная музыка, а вот это фундаментальная музыка, вот это фундаментальная живопись, а это сегодняшняя такая, ну, грубо говоря, попса в живописи. Потому что очень часто современность представляется как то, что существует сегодня. Но сегодня ведь тоже разные вещи существуют. Знание, не возражая, не ругаясь с молодежью, не конфликтуя с ней, просто в меру своих сил и возможностей объясняя, что к чему относится, мы уже можем оказать какое-то содействие, помощь, чтобы человек просто разобрался. Я иногда сам не понимаю, что это, вот, пока не влезешь, но поток информации настолько огромен, что в этом разобраться одному человеку трудно. Поэтому здесь просто нужны какие-то собственные критерии. Вот выработки этих критерий только мы можем поучаствовать. Боюсь, что больше ни в чем. Последний вопрос. Украинские композиторы, да, и их место в Европе, в мире. И опять же, для нашей украинской молодежи, которая, ну, зачастую даже не знает их имен, не слышит, не видит, и средства массовой информации, конечно, не доносят до них о тех ценностях, что они создают, об ихнем, как бы, тот же Сильвестров, да, в Европе достаточно известный композитор, здесь менее 1% известно, кто это такой. Не могли бы вы свое мнение... Как бы... Я думаю, что эта проблема, она достаточно общая не только для Украины, но и для разных-разных стран, и не только стран, скажем, вот тех, которые к нам относятся, вот стран СНГ или ближнего зарубежья, как сейчас их принято называть, но и для мира вообще, потому что раньше существовали такие понятия, как школы. Сейчас это все нивелируется. Раньше существовало такое понятие, как общая тенденция стиля. Вот как-то мир шел в одном более цементированном таком направлении. Сейчас все больше кучкуется. Поэтому, конечно, профессия композитора сегодня, она невероятно трудна. Как объяснить, что я пишу то, что действительно ценно, не прибегая к приемам популяризации, да, к популизму. Вот как это объяснить? Это же невозможно объяснить. Композитор надеется, что со временем, кстати, все встанет на свои места. Так произошло, скажем, с некоторыми композиторами, которых раньше не очень ценили, а сейчас гордятся, скажем, вот Сергей Прокофьев. Хоть его и знали, невозможно было не учитывать, что есть такая вот фигура. Но относились к его музыке по-разному. Я думаю, это проблема не только, скажем, вот Сильвестра, которого вы упомянули, но вообще профессии композитора. Потому что вот у меня есть однокурсник хороший, которого я не видел лет 30. Вот сейчас я его увидел в Москве по случаю. Он мне дал прямо кипу своих произведений. Я еще не успел их посмотреть, потому что вот посередине тура нахожусь. Но мы встретились, он дал. А до этого мы 25 лет не встречались. Я думаю, что он, так сказать, приносил и всем давал. А есть композиторы, которые просто дома сидят и пишут. И,
Ну, кому-нибудь и пошлют, наверное, свои сочинения. Отнюдь не так активно, как, скажем, Володя Рябов, который собрался, организовал это все и передал. Еще и от личностных просто качеств зависит человеческих, как он себя продвигает, грубо говоря. И хотелось бы это слово употреблять в композиции, но, к сожалению, другого нет. Вы затрагиваете очень серьезные и большие проблемы. Может быть, за несколько минут это невозможно достаточно объемно о них разговаривать, но есть какие-то тенденции в мире, которые происходят. В итоге я верю, что все-таки, вот как в случае с Прокофьевым, все встанет на свои места. И если музыка действительно талантлива, действительно, так сказать, фундаментальна, да, ценность неприходящая, если человек действительно исповедуется в своем произведении, оно не пропадет.